Привет, ребятишки. На чем мы остановились? На том, что нашу женщину подстрелили. Ее вот этот вот мужчина подставил, конечно же. Но мы продолжаем. Нам надо спуститься по канатной дороге, да? Здесь у нас ничего нету. Там будет река. Грузовик на другом берегу. Да, это я понял. Я все понял. Берем патроны. Идем в поисках ничего. А, я же здесь дрался. Поэтому тут ничего нет. Нет, есть. Чуть не упустил. Оп. Что у нас? Лом. И это стрёмное какое-то оружие, да? Дробовик. Давай, ну, садись. Поехали. Оп, трущобы какие-то. Хуя там дерево. Так, все, приехали. Надо немножечко пройтись. Посмотреть. Что тут у нас? Ничего. А, ну я же брал патроны. Кто-то воет, кто-то рычит. Блять. Ну-ка. Вон еще бабайка. Какие-то собаки. Собаки похожи на собак хищников. Хороший урон. Кто-то здесь есть. А что-то их много, нет? Очень много вас. Нормально. Так, а что, будет волна заканчиваться сегодня? Все, вроде бы как раз закончилось. Так, здесь тоже... пусто. Вот и хорошо, гранатка сработала. Достаточно долгие какие-то волны, что мы там кожу подобрали, патроны, да. А здесь у нас, блин, смысла не было сюда идти. Вот опять они идут, и идут, и идут, и идут. Стойте, стойте. Надо перезарядиться просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Нервно чуть-чуть. Но они все еще идут. То есть как мне же надо идти, у меня же патроны-то не бесконечные. Вы же должны это понимать. Этот момент мне напоминает Days Gone. По крайней мере, по ролику. Так. Ребятишки, ну уже должны заканчиваться, но у меня же патроны уже все даже закончились. Там какая-то вещь, да насрать на нее. Давайте мы быстрее. Просто быстрее упадем. Так, там пусто. Я вижу, да? Здесь везде. Пусто. Вижу ящик вообще-то. Вот здесь. Чуть не пропустил. Что за ящик? Опять. А нет, это винтовочка. Так. Все, можно пойти. А это что за мальчишка? Мне мальчишки тут не нужны.
Не надо мне давать 5. Подождите, ребятишки. Это как вообще так? Вот так. И... вот так. Это, блядь, чё? Почему меня вообще выкинуло из игры-то, блядь? Так, мы перезашли, значит... как будто мы уже тут дверь, видимо, открыли. Но там просто камни надо было разбросать. Но мы их разбросали, видимо, за кадром, да? Мальчишку я не хочу себе, значит, потому что... они могут мне испортить игру. Они же, знаете, вот эти вот люди, которые просто заходят рандомные. Так, и что мне вот сюда, да? Они могут такое вытворять. Так, ну патроны, подожди, я взял патроны. Этому я хорошо нанес урон. Опять собаки, да, куча собак, слава богу. Да что же вы, давайте поменьше будете выбегать на меня. Так. Вот так сделаем. Собаки тут еще идут, да? А их еще вот здесь вот много идет. Так, надо перезарядиться. Перезарядка у этого пулемета достаточно какая-то долго. Так, у меня уже опять патроны закончились. А собаки-то все идут и идут. А тот что, хилится еще, дурак поганый? Все, да, разобрались. Да, вроде бы. Просто возьмем, пока не будем разбираться сильно. Че берем? Потом посмотрим. Ну не на одну уж собаку, что же вы. Так, так, так. Кто? Что это? Почему? Что-то взорвалось. Ма. Так. Из очень странных дел, как будто бы собака. Но мы его сейчас вот так вот. И все. Просто зараженными патронами берешь и стреляешь, как бы. И у тебя нет никаких проблем ни с кем. Ну, кроме вот какой-то простой собаки. Че я там взял? Сапоги. Новые сапожки. Так, что-то там еще выпало, да? А, просто патроны. Понял. Так, давайте пройдемся немножечко, посмотрим на то, что здесь ничего нет, да? Убедимся в этом. Да, убедились в том, что здесь пусто. Может быть, здесь есть? Может быть, ящик там какой? Ну, примерно ничего нет, слава богу. Не зря прошелся. Так, пульки, значит, что там, открыть надо. Вообще-то здесь железо лежит. О, а вон еще железо. Давайте еще вот это вот возьмем, железо. Может быть, когда оно светится, здесь больше лежит? Может быть такое?
Там было 83, здесь 135. Наверху. Ничего. Ну вот хорошо. Вот хорошо. Может быть здесь что-то? И здесь ничего. Ладно, опускаем мост. Тупо идем. Ничего не боимся. Я только сейчас заметил, что здесь нет простого прыжка. Так, кто-то поднял тревогу. Обо мне знают. Ух ты. Да, куда-то мимо все это ушло. Так, ну вот этот пулеметик, дай бог, он какой-то, блядь, противотанковый, что ли. Просто урон космический какой-то у него. Так, я же видел, что здесь кто-то шел. А, они просто здесь, скорее всего, сидят, да? Давай мы пульки возьмем. А, там какие-то уже большие люди идут ко мне. А, там еще в спину мне стреляют, да? Так, а первый выстрел дает взрыв или какой? Да, вот. Первый выстрел дает взрыв. А чё он сидит? Ой-ой-ой. Так. А ты откуда? Как он меня обошел? Так, и ко мне идут еще. Так, стой. Что-то как-то они по одному идут. Интересно. Блять, чуть не загорелся. А почему они прям вот так вот, да, не стесняются сегодня они меня? Ну-ка, посмотрим. Что-то я маленечко не докинул. Немножечко не докинул, блин, гранату. Оп. Так, ну вот эти вот дураки мне больше не страшны. Возьмем снайперку. Что-то уж их там. Понял. Отойдем вообще. Сейчас перезарядим тогда пулемет. А я же могу прямо вот здесь, да? Они же как-то вот здесь вот меня находили. Так, где вот этот вот стреляет нагло? Его дружок испугался. А почему он упал? Ну-ка. Ой-ой-ой, вот это хорошо прям, по-моему, навернул я им. Ой, позиция потрясающая. Еще не убил? Теперь убил, да? А вот и капитан какой-то у них там идет, я вижу. Упал. Что, он какой-то бесстрашный? А че он идет так нагло-то? Ну-ка, давай стреляем. Так, отойдем чуть-чуть. А, телепортация у него. Так, а у меня что? А, я перезарядился, да? Блять, дурак. Так. Стреляем. О, что-то даже как-то налегке, да, моего. Кто-то идет еще. А патроны-то у меня все. Можно сказать, закончились. Давай на лестницу закинем.
Так, 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 сейчас он взорвется. Отлично. Так, есть патроны. Есть какая-то херня. Все это мы потом разберем. Есть подозрение, что я зря в огонь сейчас залез. Так, то есть они меня видят. Так, а я их не вижу. Так, 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 кто-то там пытался. Блять, давай быстрее перезаряжай. Так, а если мы вот здесь вот сейчас, да, запустим? Дошло? Чуть-чуть дошло. Здесь бы, да, перепрыгнуть? Было бы вообще просто потрясающе. Но нет. Мне надо делать круг. Придется его навернуть. Здесь, значит, можно перепрыгивать. Пульки, пульки, пульки. Здесь какие-то вещи. Так. Что мы открываем сейчас? Так, через него, видимо, было никак не перелезть, я при том, месте. Что я супер-пупер мощный. Здесь много грузовиков, и все одинаковые. Разберемся. Я спрятал чемодан под дверью со стороны водителя. Да просто обыщи все. Конечно. Такая, ничего, да? Ну, пойдемте обыщем с моими перекатами, подкатами всякими. Следующую могилу буду себе копать. Надеюсь, все это не зря. Боже мой. Еще работает? Спутниковая связь. Единственная связь. Так, так вот что ты искал, когда нашел меня. Да. И связь все еще есть? Как? Чемодан из мю-металла. Изолирует. Его не открывали, и электроника не пострадала от аномалии. Так, эта связь с чем? С Флорес? Разве корабль не разобрали для колонизации? Почти. Но связь с ним оборвалась. Половина нужных ресурсов осталась на корабле. В грузовых капсулах. Семена, техника, диски с данными. Ничего не достать. С этим мы можем восстановить цивилизацию. Но в этом нет смысла, пока нам не удастся найти место без этих бурь. Я знаю. Это просто... мечта, но именно она помогает нам не опустить руки. Вот оно что. Значит, Шира послала меня к тебе, чтобы достать тот груз. Так, и что теперь? Та частота. Я смогу отследить источник сигнала. Надо только найти антенну повыше. Знаешь, где такая? Да. В Орлиных пиках. Но не сейчас.
Сказал же. Все, кто уходит на это сраное задание, погибают. Но зато мы выполнили задание. Так-то. Что у нас здесь? Можно пульки взять, да? Кстати, а у меня же там есть вещи за предзаказ, но они уже все мне не нужны. Блять, это просто потрясающе. Вот серьезно. Ну и нахрена они мне нужны? А ну, если они только с какими-то штуками-дрюками. Хорошо, вот это что? Помповый дробовик. Уязвимость. Пули накладывают на противника уязвимость. Угу. Цепи смерти. Минное поле. Ну, давайте вот этот вот пистолет возьмем. Что вот это дает? Все ни по чем. При критическом попадании в элитного противника 10% нанести урона возвращается к вам в виде здоровья. То есть, понятненько, нанес, получил. Урон штурмового оружия повышается на 10%. Аномальное эхо. Ну, такое, конечно. Вот, призрачный рывок, он у меня уже имеется. Маска, что такое? Цареубийца. При критическом попадании в элитного противника огневая мощь на 6 секунд повышается на 64 единицы. Стоит ли оно того? Вообще, надо посмотреть, что мне дает моя шапка. Дробовик. Да хрен их знает, блин. Уже все какое-то старое. Ладно. Пусть будет. Так, здесь у меня что? Что за перчатки? Аномальное эхо. Я брал их? Штаны? Ладно. Заменим пистолет. Заменили. И что? Маска. Что моя маска дает? Ничего. Блин, ну урон в броне как бы. Ладно, давайте наденем цареубийцу. Маску оставим. Шлем свой. Так, дальше. Здесь у нас все. Перезарядились. Можно ехать дальше, да? Это та самая вышка? Да, только канатка вышла из строя. Спроси у тех солдат, как ее починить. Это что еще за шум? Пожалуй, не буду двигатель глушить. Так, ну значит, вот мы приехали, да? Оружие у нас убрали. Здесь. Это Якоб. Понял. Вот здесь что у нас? А, здесь мы можем делать себе оружие. Мне нужно усовершенствовать, да, мне надо. Ну, по крайней мере, мне интересно, но сколько это все стоит? Давайте возьмем. А, здесь есть пулемет, которым я пользуюсь. А, вот выбрано. Так как, вот так. Улучшить. Угу, улучшили. Бронебойность. Да это же просто жесть какая-то. Модификация. О, это можно менять или как? Это сколько-то будет стоить? Что значит мой фейерверк, да? При попадании... Угу, тут взрыв. Это неплохо.
Повелитель пиявок. Вообще мне вот это очень нравится. Позволяет заменить одну модификацию на другую. Замену можно производить только в одной ячейке. Если установлено несколько модификаций с одним и тем же названием, эффект не суммируется. Чтобы получить доступ к модификации, разберите предмет с ней. О, как! Не зря я разбирал. Это, кстати, очень удобно. А что значит разобрать отмеченное? Стой, я надеюсь, я не поменял? Стой, блядь. Фу. Я лучше потом разберу, как бы. Потом можно прикинь на какую-нибудь снайперку. Штарандаратац, как стрельнул. И уничтожил всех. Хорошо, идем дальше. Здесь у нас, что опять, ящики. Так, это я уже собирал. Идем дальше. Нам надо узнать, как же опустить ворота. Здесь... Ага, в кепке. Не холодно, значит. Как добраться? Канатная дорога к вышке. Работает? Нет, ее мятежники захватили. Кабина на их стороне. Можешь попросить их вежливо. Нет, спасибо. А другая? Я бы не рискнула. Слишком близко к вулкану. Думаешь, он активен? Да, он порой плюется лавой, но внутри есть что-то пострашнее. Ясно. И что случилось с этим вулканом? Даже мятежники не рискуют туда соваться. Жуткая тварь. Пряталась в тумане. Затаскивала людей в нору. Плевалась огнем. Я не видела ее, но слышала крики. Когда нам удалось вернуть канатку, мы обнаружили кровь и пепел. Значит, прежде чем пользоваться ей, надо разобраться с вулканом. Ты что, шутишь? Умереть захотелось? Просто скажи мне, как туда добраться. О, Алиум. Я капитан Данам. По тропе можно подняться в горы. Держитесь парами. Короче, выбнулся мой мальчишка. Показал ей свои глаза. И все. И она сразу сказала, как добраться, куда, что, как делать. Открываем двери, показывают видос. Мне так нравится это смотреть. Нахрена? А потом загрузку сделать. Блять, а что сразу не сделать загрузку? Пиздос. Что меня дрочить? Хорошо, здесь всех убили. Есть какие-то бабайки, я смотрю, уже, видимо, что другие. Добраться можно только по канатке. Она тебе очень нужна, эта вышка. Только она обладает достаточным охватом. Если не получится провести триангуляцию оттуда, продолжать вообще нет смысла. Тогда располагайся. Мы тут надолго. Меня ждет свидание с вулканом. А еще я иду один, блядь, как обычно. Ну вот почему? Почему со мной? А, ну я же Алиум. Так, давай поставим наш красивое знамя. Шаратац. Откуда я достал его? Хотя я же Алиум. Просто откуда-то точно достал. Хорошо, мне надо сюда. Наверное. Но я бы еще бы налево бы сходил, там что-то. А вообще, что с картой? Карта большая? Нормальная. Так, в этой пещере кто-то там живет? Здесь много. А, ну нет, такие же бабайки, в принципе. Поэтому... Блять, я вообще-то не это хотел. Не этого хотел я. Так, а что-то я... А, меня ядом попали. Что там? Там еще что-то идет? Вот кто-то там же разговаривает. Где? Может быть, можно их какие-то там гнезда, блядь, сломать. Могли бы здесь и других бабай, кстати, сделать.
Эти бабайки больше подходили, конечно, под ту местность, а здесь, блядь, заснеженная местность. Неправильно они все это сделали, конечно. Им надо было меня спросить. Чтобы наблюдать. Это что? Это же какой-то дракон. Я буду с ним драться? Ёбаный пиздец. Так, это что за, блядь, птица? Которая просто сидит? Нормальная птица. Так. Блядь, что за птица? Она мне просто ударила раз. Потому что я не ожидал от нее, конечно, такого. Хуя, она там еще чем-то шмаляет. Ёб твою мать. А вот это уже, знаете, нахуй, идите, знаете куда. Сейчас мы, короче, вот так вот делаем. Давай, 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 заражаем ее. Хуйней какой-то. Ну, надо эту хотя бы захуярить, птичку. Но у меня, походу, уже не особо получается. Ну-ка, если мы... Вот это, вот это, вот это. Птица умная. Птичка, птичка умная. Она ушла от моей Катюши. Ну-ка, нахуй. Блядь, гранату надо что-то сделать с гранатой. Она что-то у меня это... Сдает, блядь, позиции по урону. Так. Но с них падает очень много кожи. Это точно. Так, давайте забежим сюда. Хоть бы тут. Давайте посмотрим. Здесь есть что-нибудь? Нихуя, сколько здесь ящиков. Ой-ой-ой. Сколько полезностей всяких. Так, может быть, тут где-то... Никто ничего не оставлял, никаких ящиков для меня. Ну и ладно. Чё мне эти ящики, правильно? Бенч. Идем дальше. Здесь есть металл. Они тут ещё крупнее. Ух ты, нихрена себе. На этой планете с момента нашего прибытия прошли стремительную и противоестественную эволюцию. Неясно лишь, наблюдаем ли мы адаптацию к аномальной среде, или аномалия их меняет. Да какая разница? Главное, не подпускай этих зверюк к себе. Понял. Это вроде бы звучит очень легко. Когда вот такая хуйня на тебя, блядь, прыгает. И я такой, не трожь. О, опять. Ну, блин. Ну, хотя он белый, типа, да, он более-менее похож на жителя этой планеты. Ну, или этого региона, не планеты. Так, здесь у нас... Вот, все-таки я нашел первый ящик. Может быть, я плохо ищу, на самом деле, поэтому... Как бы всякое может быть. Три собаки, да? Стояли, ждали меня. Так, ну здесь надо просто отбить волну. Это я понял уже, да. Пенч. Ох, а ты выжил. Это уже неожиданно было. Так, что, еще будут собаки? Вижу еще собак. Нихуя себе. А это опять здоровая хуйня. Так, это типа у них капитан-майор, да? Ну сейчас мы по Шурику вот эту херню всех их убьем. Да и все. Блядь, это просто... Читерская херня какая-то. Но зато никаких проблем, правильно? Да уж. Но. Противоестественно. А что, опять где-то бабай?
Я с кем разговариваю? Почему мне никто не отвечает? Как это вышло? Ставим знамя. Это чтобы жуки знали, нахуй, что я здесь живу теперь. Что это, сука, мое место. Так, а мне туда, да, по идее? А если пойти прямо, то там у нас будет... Так, я вот здесь. Честно говоря, не особо понятно все это. Ладно, давайте пойдем налево все-таки. Идем налево. Здесь, походу, будет драка. Будет драка с тобой у меня. Но я думаю, к этому все и идет. То есть мне его постоянно показывают. О, а это уже новые, да, какие-то букашки. Взрывающиеся. Отлично. Угу. Так, давай перезарядимся, патроны заберем, вот это вот. Какие-то жуки были вооружены. Все. Их волна закончилась. А чё я бы перепрыгнул, например, наверное. Так, здесь что у нас? Переместиться в логово, да, Акари? Перемещение началось. Ну вот, наша встреча все-таки, да? Это, наверное, про него не говорили. Я почему-то думал, что это будет дракон. А это жучок-паучок. И чем мне тебя херачить? Ну-ка, расскажи мне, блядь. Ёбаный дурак. А как тебя убивать-то? А может быть по жопе? По жопе надо, наверное, стрелять. Ну или что это вот это вот? Нет? На-на-на-на-на-на-на. А, блядь. Сука, ну сложно. Ну-ка, Катюша моя, что не сделай. Так, давай, давай, стой, стой, стой. Блин, ну, мне кажется, что все-таки по онтухе... По жопе, может быть, ему надо хуярить. А? Нет? Че, у него там защитное поле? Бля-бля-бля-бля-бля. Просто бегу нахуй. Тупо защищаюсь. Так, давай вот этой штукой-дрюкой. Блядь. А чё? Он же... Что это значит? А, я ему одну клетку сломал. Все. Он отступил от меня, да? Так. А, видимо, ненадолго, да? Пока я вот этих вот дураков не убью. Так, они повсюду идут. Перезаряжаемся. Дальше-то что мне делать? Так, идет назад. Так, у него что-то там изменилось. Шапка его изменилась. Так, стой, 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 стой. Он хочет ёбнуть меня стопудово. А куда он ушел-то? Ну-ка. Че это, че это? Нихуя, он вообще дурак. Подожди, а где мне патроны брать?
Нет, вы чё, блядь? Таракахи ебучие. Так. Бля. Бля, у него опять это покрывается все броней его. Бля, ебучие перекаты мои. Давай там, взорвись, блядь. Чуть-чуть. Ну-ка, давай. Давай. О, я снял, да? Он опять бежит. Так. Слом... Ёбаный рот. Это чё вообще такое? Как это вообще могло там мутировать? Это, блядь... А! Нихуя! Стой! Стой, блядь! Вот это вот, а куда мне нахуй стрелять? Ты чё, дурак? Я надеюсь, блядь, на третьей полоске начну. Это просто нахуй какая-то хуета. Хоть бы на третьей. That's good. Хорошо. Здесь, может быть, не надо Катюшу, а надо взять... Тогда все-таки вот эту херню. Давайте возьмем орудие разрушения. А, куда я пошел там, блядь? Здесь же вот так это делается. Очень удобно. Я надеюсь, ролик-то можно будет пропустить. Опять. Смотри. Да. Как в прошлый раз, и блядь, сейчас будет все. Давай. О. Да, блядь, дурак. Сука, неужели я уже сейчас, блядь, помру? Нет. Давай, иди. Я, вот он. Что-то... О! Блин, да перез... Ну хули ты, блядь, то стреляешь, то не стреляешь. Ты дурак, нет? Где? А, все, я ему отнял. Давай, дальше. Давайте, жучки, быстрее, паучки, блядь. Так. Готово. Перезаряжаемся. Сейчас он вылезет. Вот так вот, когда делаешь, он показывает. Так, жизни у него нет. Вот теперь есть, да? Так. Да ёб твою мать, да ты сегодня становишься или чё? Давай. Так, здесь еще пиздюки. Гранатка моя профессиональная, которая ему, по-моему, нихуя не отнимает. О, нормально. Ничего, что я на линию не заходил. Так, перезаряжаемся. Быстрее. О, моя гранаточка. Опять третья полоса. Смотрим, как я буду сейчас пизды получать. Так, я опять урон получил. На ровном месте. Так, давай.
Я не знаю особенно, ну, куда здесь вообще, блядь, стрелять. Давай, давай. Давай. О, я аж левела поднял. Что с него тут падает? Стрёмные штаны. Да, 11 титана упало. Еще стрёмные штаны. Какая-то курточка. Ладно, мы потом ее посмотрим. А, дальше-то куда? Куда дальше-то? Куда? Вот, подняться на купол вулкана. Давайте, поднимаемся. Так, мы поднялись. Эта тварь возможно... Подожди, мы, по-моему, вернулись назад, нет? Серьезно? Просто... Конечно. Не верится. Прекрасно. Сейчас же распоряжусь, чтобы канатку включили. Ага. Ладно, а сюда мы вернемся. Я хочу потом по дополнительным заданиям пройтись по обочинам. И куда? Назад, да? Ну это что за разговоры? Начнется извержение. Никогда не знаешь. Я вообще, бля, в охуе. Кто так разговаривает? Данным. Алюм. Жаль, тебя не было с нами раньше. Теперь у нас есть шанс вернуть себе эту гору. Просто скажи мне, как запустить канатную дорогу. Моему ученому нужно на вышку. Да. Есть проблемка. Наша канатная дорога ведет не к вышке, а прямо в центр базы мятежников. Появишься там, и тебя окружат. Но если перебьешь часть из них и вернешь нам управление канатной дорогой, будет и доступ к вышке. Неплохой план. Эй! Прости, что отправляю тебя туда в одиночку, но после того, что случилось в вулкане... Послушай, твоим людям и так не сладко. Я все сделаю. Потому что я лох, блядь. Какое красивое. Тут даже уже по два. Ну, слушай, ну тут прям надо выбирать. Тут надо выбирать. Пули накладываются на противников. Накладываются на противников. Пули. Правильно я понимаю? Пепельные пули. Понятно, снежный шквал. Когда вы перезаряжаете оружие на противников, пораженного из него, накладывается заморозка. Врач и убийца. При убийстве противника с помощью оружия у всех союзников, у меня нет союзников. Укладка патронов. Если в магазине осталось 50% боеприпасов или меньше, вы можете восполнить магазин во всех используемых единицах оружия, сделав перекат. Ну, хер знает. Перво-наперво. Для первой пули после каждой перезарядки показатель бронебойности увеличен на 30%. Улучшенная ослабляющая пуля. Пули накладываются на противников. Опять пули, да, накладываются. А мне нравится здесь вот это голубая кровь Марксон ОЛ. А это, блядь, дробовик. Дробовик. А я не хотел дробовик. У меня с ними проблемы. Ладно. Давай вот это. Так, мы взяли, да? Мы взяли, все, отстань, мне неинтересно. Так. Хорошо. Теперь я, блядь, с красивым оружием двигаюсь.
Хорошо, у меня там еще курточка. У этой курточки что, токсичные патроны? У этой тоже токсичные патроны. И, между прочим, наука преобразуется в лечение. А здесь наука преобразуется в лечение. То же самое, да? А почему красненько горит? Наверное, потому что у меня типа такие уже стоят. Штанов новых я не нашел хороших. Поражающие элементы. Кстати, блять, класс. А у меня навыки открылись? Нет, да, на 13-м, на следующем уровне новый навык. Что бы я хотел открыть? Я бы хотел открыть... Блин, вот это вот у меня еще двух навыков там нету из того списка, который они там предлагают. Бронебойность повышена, да? Аномальная сила повышается на 6%. Эх. Можно, конечно, бронебойность. Как бы это хорошая штука на самом деле. Давайте бронебойность. А потом уже что-нибудь из аномалии. Так, награды. Какие-то награды тут мне подъехали. Ага. Что я тут получу? Нашивку. О, вау. Это же вообще, блядь, то, что я хотел. Хорошо. Уровень мира надо, кстати, изменить. А иначе это, знаете, не дело будет. Я забыл, где это я делал. Предметы. Дневник. Нет. Где я сделал, блядь, это? А, вот здесь, на эскейпе. Все. Уровень мира 6. Е. Седьмой мы не открыли. Ну а на этом мы закончим нашу серию. До свидули.